В облгаз администрации сообщили об общем состоянии задолженности по газу и электроэнергии. За январь область рассчиталась на 93%, но по сравнению с другими долгами этого мало. Общая задолженность по области на 1 февраля составила 684 миллиона гривен. По сравнению с прошлым годом показатели немного лучше. Но по рейтинговым оценкам Запорожская область занимает 9 место в Украине. Ситуация на сегодняшний день очень сложная, особенно в городах областного значения и в городе Запорожье. Потому что нам еще зимнего сезона 2 месяца практически, да? Еще 2 месяца, и вопрос расчета за газ на следующей неделе будет слушаться, опять же, и вполне возможно на коллеги, и мы должны будем отчитываться по этому направлению. Лидеры по долгам в области – Приморский район и Мелитополь. Там уровни расчета 34-38% соответственно. Бороться с должниками намерены не только путем информирования и настоятельных просьб заплатить. Ну, а смотрите, город Бердянск, город Мелитополь находятся рядышком. Бердянск рассчитался, а что вы отстаете? У нас не хватило денег в прошлом году бюджетных. Мы закрыли только 20% декабрьского долга на сегодня по бюджету. Ну, я вам выговор объявить не могу, к счастью или к сожалению, но я попрошу мэра, если вы не возражаете, чтобы он это сделал. Если вы до конца месяца не исправите ситуацию. Ситуация с долгами за газ еще хуже, но теперь в каждом городе должников будут персонифицировать и в средствах массовой информации. Мы учтем замечания в части работы со средствами массовой информации с помощью городского совета и усилим работу по информированию жителей, будет предложение по информированию населения. Не только с просьбой погасить задолженность, но и покажем те цифры, которые сегодня сформировали задолженность за декабрь, за январь, за час февраля. Тем временем часть района в области пообещали рассчитаться с долгами до конца текущего месяца.